Добрый день. Меня зовут Юлия, и сегодня у нас распаковка очередной посылки с сайта «Мылоопт». Так как мы живем на Донбассе, ко мне коробочки не доезжают. Мне привозят все в пакетике знакомые, которые живут поближе. Вот, вот такой вот у меня пакетик с накладной. Накладная в этот раз очень обширная у меня. Много всего я заказывала, список большой. Ну и вот что мы имеем. Вот для начала у меня бумага тишью. Снова я заказала такую вещь. Теперь более разных цветов, более ярких заказала. Ну, все хорошо, если бы эта бумага не линяла на мыло. То есть в качестве наполнителя яркую бумагу использовать не очень желательно. Вот. Еще я заказывала красители. Вот это вот у нас желтый краситель. Это флуоресцентный светло-зеленый. Хорошая будет травка. Это перламутр. Ну, написано, что он бело-голубой, но я не знаю. Смотрится как голубой прямо. И черный жемчужный. Вот я заказывала себе недавно формочку мышка. Он туда будет очень кстати. И вот такая вот масса от душек разных. Очень радует меня их обилие. Вот она, липовые цветы. Ага, это большой флакончик, это масло персиковой косточки, которое я заказала, чтобы делать мыльные сахарные скрабы. Так, отдушка белый персик. Очень приятный запах, насколько я знаю. Магнолия. Попробуем. Ой, запах специфический, конечно, на любителя. Ну, что-нибудь придумаем, может быть, смешаем. Орхидея цветущая. Я тоже недавно приобрела формочку орхидея, пока простенькую, пластиковую. Отдушка карамель. Это будет для формы пирожное. Кокосовый рай. Потом есть клубничка со сливками, тоже для зефира и пирожных. И отдушка бамбук. Очень шикарный запах. Просто вот смесь свежескошенной травы с цветами какая-то такая. Так, еще дальше у меня формочки. Новые, самые интересные. Вот эту вот тарталетку, формочку, я заказала, ну, в принципе, скорее всего, для изготовления сахарных скрабов и для вырезания из мыла, чтобы залить слой и спокойно с ним работать. Вот, я заказала формочку с днем рождения, так как прошлую свою испортила. Формочку конфетка. Это тоже будет сахарный скраб, скорее всего, в основном. Потом у меня есть формочка апельсин. Ну, или также лимон, грейпфрут, все что угодно. Будет неплохо с коньяком лимончик сделать. И вот такая вот интересная формочка ягодки. И тут интересно, как ее доставать буду. Как-то вот так интересно. Я не ожидала, что оно будет вот так прям. Вот так вот. И самое интересное в этих всех формах, это вот эта вот форма мини-свеча силиконовая. Здесь, по идее, маленький бутончик розы на подставочке. Ну, я попробую и как свечку его, конечно. Ну и как мыльце тоже можно попробовать. Это будет очень оригинальное. Маленькие розочки будут, бутончики, если не полностью заливать. Посмотрим. Вот. И пакетики. На этот раз маленькие пакетики. 8 сантиметров на 20 я заказала. Для более узких изделий.
Вот. Ну, на сегодня это все. В прошлый раз у меня были небольшие подарочки. В этот раз больше скидка, так как посылка уже третья. Но подарочки отсутствуют. Ну, все равно я довольна. Будем пробовать, будем работать дальше. Спасибо всем за внимание. Всего доброго!